Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, и вы на канале Не Спит. У нас сегодня 1 января, друзья, всех с Новым Годом, и ежедневная рубрика «Чё почём» не отменяется, поэтому прожимайте лайкос, погнали смотреть. Ну чё, ребят, будет ли нас сегодня радовать первый магазин в этом году? Хотя для американского региона он не является новогодним, потому что у них сейчас счёт 31 декабря. Погнали, позыркаем. Есть что-то новенькое. Но новенькое в плане не то, что нам крутятся изо дня в день. Скин называется... А что это вообще за скин? 4 глава, 4 сезон. Вообще не помню его. Я уже тогда что почем записывал. Восстановил. Пакстон Прайс. Не помню этот скинчик абсолютно. Пацанчик с сомнительной прической. В сомнительных штанах. С лего стилем. Тоже сомнительным. С неплохим бэкпэком, кстати. Два пистолета. Бэкпэк ничего. Кирочки. Ну, достаточно обычные. Обертка. Тоже такая себе. А, ну, чуть светится. Ладно, обертка попрет. Ну, скин такой себе. Ну, я его вообще не помню, хотя в целом должен был его помнить. Вообще не помню. Отдельно 1200, 500 кирочки, 1500. Вот знаете, чем меня радует его выход? Меня радует его выход тем, что он у нас в течение месяца не выходил там раз в 3 дня. И вот, что хоть какие-то подвижки пошли в магазины, это уже хорошо. Что меня не радует, это то, что я уже вижу, что в следующей вкладке у нас опять гравий, который был в рамках, не знаю, недели 10 дней. Опять, вот он родной. Хоть и скин классный, но уже поднадоел. Дальше у нас ромашка, которая тоже точно такая же история. Нормальный скин, все хорошо, только поднадоел он тоже был в рамках одной недели. Скелет, чисто вот это я вообще возмущен очередной раз, что скин, который выходил всегда только на Новый год, нам закидывается в рамках этого месяца уже который раз. Ну, скин, кстати, топовый, полторашка. Кайфовый скин. И в Лего тоже кайфовый. Классно. Ладно, эмоция единоборства. Тоже выходила, тоже этим нас не удивить. Что еще? Громовый удар вообще, по-моему, вчера был или позавчера. Тоже. Дальше что? Дальше, Galaxy вчера была фул по комплектам или позавчера, у меня уже все в голове посмешалось, тоже ничего не изменилось. Пацаны, так, Новый год нам вернули опять этот леденец по кругу, тоже самое, ребят, кирочки, я говорил, классные, обертка классная, но ее нельзя отдельно купить, ну, так что рассматривайте, конечно, как вариант, но... 1800 баксов. Ну, хреново. Сомнительно. Пацанчиков вернули классных. Уютно Джонси. Хороший скин. Такой чуть с кузиком. Это вот я сейчас себя так ощущаю. Этот уютный. Вязаный Джонси мне меньше нравится. Уютный прям топчик. Этот обнимашки. Супер обнимашки. Или как он? Супер. Да, супер обнимашка. Нормальный новогодний скин. Зимний для тех, кто медведя любит. Все лучше, чем вот этот розовый, который у нас был классический капитан за 2к. Бэкпэк. Нормуль. Ну, это все, ребята, то же самое возвращает. Ля, у нас 2 скелета в магазине и обычный. И обычный скелет, и новогодний скелет. У меня, кстати, был коммент, какой это в ютубчике, какой лучше скелет, новогодний или обычный. Я говорил, что, как по мне, лучше на этого обычного брать. Там все-таки стилей поболя. Че, блик был... Ну тут, короче, вот это все было, ребят, в рамках недели. Я же говорю, все это одно и то же. Я уже рассказывал 1000 раз. Музыка новая есть. Музыки новые нам не закинули. Викенд, понятно, он уже здесь на этот, на постоянку. Это у нас Dragon Ball. Звездные войны были. Типчика, которого вчера закинули, тоже на месте. У нас должна быть новая подписка сегодня. Футураму самый низ скинули. Новая подписка должна быть сегодня. Где она? Где новая подписка? Наверное, надо перезайти и посмотреть. Друзья, у кого не отображается ламба в магазине, кто хотел ее купить, на английский язык игру переведите, и можно ламбу при этом прикупить, она все еще в магазине, все еще та же самая цена, друзья. Обратите внимание. Так, что, подписка у нас обновилась? Обновилась подписочка? Подписочка. Мне, кстати, рекомендовали игру поменять на английский язык, что типа ламба в магазине на английском. О, подписочка новая. Ну, что тут за чиль, за это, за типчик? Типчика у нас зовут Сайлас Хэск. Бля, у него змеюка какая. Прикольная. Змеюка топовая. Чё по стилям? Попрёт. Ну, золото, понятно. Гламурненько. И опять этот Galaxy стиль. Окей, мне больше всего нравится классический первый и вот этот. Нет, не вот этот, второй.
Второй неплох. А, кстати, змея меняет цвет, не обратил внимания сразу. Прикольно. Ну, такое, ребят, средней паршивости. Неплохо, но средней паршивости. Третий сорт не брак, как говорится. Кирочки классные. Кирки нравятся. Кирки прикольные, кастеты такие. В кастетах, правда, не очень удобно вид смотреть расстояние до дерева. Не очень удобно, но неплохо все равно. Пойдет, пойдет. О, у него есть лего стиль. А почему нам тут не показывают лего стиль? Выбрать нельзя. Чисто вот так на картинке посмотреть. Лего стиль прикольно смотрится со змеей. Со змеей тема прикольная. Интересно. Интересно. Все, больше ничего нового не закинули, да? Поперемешался опять магазин, но вроде ничего больше не закинули. Угу, да, вроде больше ничего. Всем спасибо большое за просмотр, ребят. Подписывайтесь на телегу SPT-083. Ставьте лайк, пишите комменты. И буду рад вас видеть на трансляциях. Всех с Новым годом, пока.